На оптовом рынке Астрахани встречаются не только арбузы, но и дыни. Сейчас мы узнаем, какова же цена килограмма дыни. А сколько стоит дыня? Оптовая цена у них 35 рублей. 35 рублей килограмм. Ну, в принципе, нормальная цена. Красиво. Сейчас узнаем, почем килограмм вот этих дынь. Сколько стоит килограмм? 30 рублей уступим, 28 отдадим. Вот по 28 рублей уступают килограмм дынь. Но это нормальная цена для Астрахани в такое время. А 100 рублей, что ли? А